С профессийным святом супрацовников сельской господарки и перепрацовшей промысловости повиншовал старшиня облвыконкома Геннадий Соловей. Уважаемые друзья, мы сегодня находимся в преддверии замечательного праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я искренне вас поздравляю таким замечательным днем, потому что сельское хозяйство для нас важно в том плане, что сегодня мы обеспечим продовольственную безопасность не только нашего региона, но и целом страны. Текущий год для наших аграриев сложился благоприятным. Мы достигли определенных результатов в растениеводстве, смогли получить около 1 000 000 тонн зерна. И сегодня приходим к тому времени, когда завершаем все наши полевые работы. Осталось немножко убрать кукурузы, мы намолчим более 230 тысяч тонн. Это даст возможность обеспечить наше животноводство. Уважаемые друзья, я искренне вас поздравляю с замечательным праздником. Пожелаю всего самого лучшего. Берегите себя и будьте здоровы.